Попались на взятки. Двух инспекторов ГИБДД Миасса могут отстранить от работы. По версии следствия, полицейские получили денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за непринятие мер административного воздействия в отношении водителя, управлявшего транспортным средством, не имея при себе документов на право владения им, а также водительского удостоверения. Вчера, 21 мая, было принято процессуальное решение в отношении двух сотрудников отдела ГИБДД по городу Миасс. В отношении подозреваемых в получении взятки принято процессуальное решение. В данный момент сотрудники временно отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. С целью установления всех обстоятельств случившегося в отделе ГИБДД проводится служебная проверка. Если информация о противоправных действиях данных сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные начальники понесут строгую дисциплинарную ответственность.